Отлично. Так, всех приветствуем, ребят. Мы сейчас гуляем и находимся снаружи своего дома. Вот после, видите, после ремонта этого помещения тут открылась мужская парикмахерская. Вот, раньше парикмахерские были только женские. А теперь уже отдельно для мужчин. Здрасте. Вот. Мы с Лиском вышли прогуляться, да, Лизочка? Вот, сегодня к маме я не попала. Вот, 15 часов я ей позвонила, она спала. Вот. Она говорит, я немножко вздремнула, типа за столом. Я говорю, мам, ну или за столом, ну, кратковременно, она сказала. Я говорю, ну, хорошо. И вот сказала ей, где покушать вчерашнюю еду. Я там три вида круп отварила, которые по, я не знаю, по 100 или по сколько грамм, ребята, или по 45. Такие ассорти бывают. Вот, быстро варится. Я вчера отварила три пакетика разных. Вот, вчера она съела одну кашу, была там пшеная, потом кукурузная и ядрица. Вот я отварила в одной кастрюле. Вот, и в холодильниках убрала и сказала, ты молочком разбавь, только с кухни не уходи, потому что у нее газовая плита. Я говорю, разогрей, и потом только уходи. Вот, такие вот дела. Вот, у меня закончилась нормальная штукатурка, гипс. Вот, она стала очень быстро твердеть. У меня там, ну, допустим, ну, пол мешка в итоге. Килограмм 10, наверное. Вот, может, меньше. Но работать уже такой нельзя. Вот, поеду в Петрович, куплю себе гипсовые, это белые свои, и гипсовые шпаклевки. Вот, они нормальные, меня они устраивают. Еще у одной девчонки я посмотрела, вроде как, приблизительно в понедельник она будет в Митино. По 750 рублей бриллиант. Серега вроде нахваливал, мастер один, что бриллиант нормальный. Она ее продает по 750, ну, полцены. У нее было вроде как 10 ведер. Где-то она по той дороге. Вот, а, ну, в Москве она бывает, в Митино, ну, ближайшая станция от ее дачного поселка. Вот. Она сперва написала, что у нее все зарезервировано, а потом написала мне, я ей написала, двух штук не будет. Она написала, что у нее все зарезервировали, а потом сказала, что она нашла еще 5. Нет, не 2, а даже 5. Но я написала, попозднее напишу, сколько мне точнее надо. Но на понедельник вроде как мне доктор обещал, что будет открыто. Ну, не обещал, он сказал, смотрите, в понедельник в электронной карте мамы электронное направление в этот госпиталь ветеранов, в кардиоотделение. Вот, пока не было. Ну, там, наверное, должен подписать начальник какой-нибудь. Обычно так подписывает врач и ведущий какой-то терапевт. Вот у нас гулдёж идёт с этой стройки. Вот, ну, тут не видно ничего, ребят. Только этот прожектор подсвечивает. Кровля у них будет плоская, скорее всего. Значит, там утеплитель белый. Опалубку они вытаскивают, швеллера эти, со второго этажа. Ну, даже не опалубку, а, ну, составляющие. Листы-то они так подали, панели. Их уже, я чувствую, увозят. Их очень мало у них осталось. Вот. Кран какой-то приезжает. Снаружи что-то там подает. Утеплитель уже на этой кровле у них лежит. Свет уже проведен и на первом, и на втором этаже. Вот. Ну, бабу я вам сказала, какую-то видела я в телогрейке. Окон нету. Ну что она, кто она? Ну, монтажник она вряд ли, а штукатур так еще рано без окон. Вот. Ну, вот Лизок сейчас говорит мне, пойдем погуляем. Ну, я сперва вам смонтировала видео, то, что я сняла вчера. Это я вчера работала. То есть я с утра вот с этим врачом, потом с мамой. Потом, значит, вот, когда сготовила, вот, встала, уже все закрыла. Конечно, все сыпется вниз и на плиту, и на все. Но мне как бы, у меня технически там линолеум. Вот, и целлофан на всяких шкафах. Ну, я всегда так делаю. Мне проще укрыть, чем потом вот эти лепехи все собирать по всей округе. С метлой ходить или со шпателем. А так они нормально, они застывают и... Потом хорошо мешок там от того же Родмонта, от теплона их спрятать.
Вот мы уже потеплее оделись, да, Лизок? Вот, потому что, ну, наверное, 10-11 сейчас градусов. Не знаю, ну, ветер такой боковой. Сейчас мы между домами идем, а вот сейчас вот выйдем вон там напрямую. Там будет такой, вот уже сейчас. Уже ветер сильный такой. Ну, может, обратно этой же дорожка пойдем в лес. Вот. Так что такие дела. Вот, так что завтра я хочу съездить, взять, чтобы у меня был раствор. Ну, завтра или после, ну, посмотрим. Потому что без него мне делать там нечего на потолке. Вот, раствор должен быть. Ну, витамины-то я купила у того парня, 3 мешка. У него еще оставались 5 мешков клея. Смотрю, сегодня уже объявление снято, значит, кто-то купил. Потому что он хотел сперва все продать кучей. Вот, но продал мне витанетом. Ну, все, я смотрю, продают в среднем витанет по 400-500 рублей за мешок. Редко кто собирается продать то, что купил, за эту же стоимость. Один мешок, ну, он долго продавать это будет. Это не наша тема. Вот. Так что фонари горят, мы гуляем. Так, слева вот это домики этих строителей. Двери уже у них все закрыты в эти будки. Ну, какая-то машина к ним приезжает. А, ребят, они уже свет провели даже до последнего этого 4-го этажа. Ну, там уже у них прожектора. Они, значит, убрали часть, наверное, с улицы. И повтыкали их туда. Потому что раньше у них было чуть не 4 или 5 прожекторов, а сейчас остался один на кране. Ну, наверное, перемещаются уже, потому что они угол уже долили наверху. Я не знаю, плоские кровли, ребят, там как водосток? В глубине у них водосток был, да? Ну, там, конечно, глубокое. Вот вверху они глубокую эту, как бы, миску сделали. Вот. Вон к ним, видите, так и едут машины. Внутри уже у них, ребят, стоят эти подмости. Не знаю, это в 10 градусов ведутся штукатурные работы без окон. Подмости все там, слушайте, смонтированы. Пойдем там, доля стройки. Пойдем вдоль стройки сходим. Поснимаем, что тут творится. То мы с той стороны давно уже не были с тобой. Пойдем. Это ж не запрещено, двое курят. А мы их не снимаем, мы снимаем строечку. Пожарных входов полно они навтыкали. Выходов дополнительных. Раньше здесь был спортзал. Раскопали всю округу они. То есть они подключались, наверное, во всевозможные коммуникации. Тут даже раскопали, ребята. Вот тут. Прямую туда. Всю технику они уже переместились сюда. Вот вход, полно входов. Ребят, перегородки у них. У них уже перегородки заведены. Не до конца. А, они перегородки монтируют, слушайте. А, они заняты уже. Слушайте, уже кладка, смотрите, ребят, кирпичная. И пеноблок. Сверху подвесы. У них вот идут уже кладочные работы. То есть они уже первый этаж делают. Свет, вон светильники смонтированы.
Так, здесь сетка натянута. Значит, будут делать фасадные работы. Ребята, какие-то вон эти скобы. Значит, будут утеплять. Ничего они штукатурить не будут. Скобы у них. Значит, внутри у них эти кладочные работы, снаружи скобы. Проходная. Здесь доски и трубы. Если раньше можно было тут пройти, сейчас уже не пройдешь, да, Лиз? Все, они зашились прям к дому. Этот дом будет ломаться. Ребят, уже магазин они отсюда вон закрыли, перевели туда. Вот в этот многоэтажный комплекс. Вот там под мостом моя машиненка. Это вот по реновации. Вот из этих домов, которые рядом выселили. Вот там. Этот дом протестовал. Их оставили. Ну, сказали, их вот на это место перенесут. Если не протестовали, их сюда, которые вот эти три дома, они сюда перешли. Все, сейчас я за секунду. Вот. Сейчас мы идем уже до дома, смотрим, как тут засеяли газоны. Одни газоны сеют, вторые их роют. Смотрим с этой стороны. Значит, ну, мы видели освещение у них на первом этаже, уже светильники даже смонтированы. Не то, что лампы или ЧА, а уже все капитально на подвесах, все смонтировано. Ну, срок я читала, у них декабрь 24 года. Если будет монтаж у них, получается, панелями фасад, что там, 4 этажа. Вот смонтируют они. Такой это бригада и скоро все у них получится. Так, забор уже валяется от этой ветровой нагрузки. Гуляйте, детвора, близость площадки и канавы этой. Все нормально, жизнь налажена. Вырыто везде. Сдержись. Так, все, ребятки, идем домой. Лиза уже сейчас ногу опять вывихнула. Буду ее держать тщательнее. Завтра поеду в Петровичи и, скорее всего, потом к маме. Все, ребятки.